Очередной день охраны труда провели в Гродненской области. В первую очередь такие мероприятия направлены на обеспечение безопасности труда при проведении работ повышенной опасности. И строительная отрасль имеет прямое к этому отношение. Специальная комиссия Управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского горосполкома и Открытого акционерного общества «Гроднопромстрой» проверила, как соблюдаются меры безопасности на строящихся объектах в городе. В рамках рейда инженеры структурных подразделений организации побывали в микрорайонах Вишневец и Девятовка, где в очередной раз напомнили работникам о технике безопасности на стройках. Во время проведения Дня охраны труда проверяется выполнение работ повышенной опасности. Это, то есть, должны быть ограждены перепады по высоте все. Ограждаются они инвентарным ограждением. Должны быть сделаны козырьки для входа в здание, которые в случае чего, когда работники входят в здание, чтобы на них не упали посторонние предметы, которые когда работают люди на высоте. Потенциально опасные зоны на стройках выделяются сигнальными ограждениями, чтобы в случае падения предмета сверху, находящиеся вблизи строящегося здания люди, не пострадали. Особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности при работе с грузоподъемными механизмами и кранами. Одним из главных правил является использование индивидуальных средств защиты. Находиться на территории без головного убора запрещено. Работники обязательно должны быть в касках. Всегда стоит помнить, что даже незначительное нарушение этих нехитрых правил может привести к самым разным последствиям, вплоть до несчастного случая. После проверки объектов участники специальной комиссии проводят совещание, в ходе которого составляется план мероприятий по устранению выявленных нарушений, если таковые имеются. Евгения Филиппова, Сергей Печерица, новости Гродно+.